Сказка в обновленном кукольном театре начинается еще на улице. Створки окон открываются, а в них, словно по волшебству, оживают куклы – петрушки. За кинетическим представлением в этой большой музыкальной шкатулке с восторгом наблюдают десятки людей. Я попал в детство, у меня праздник. Мы сейчас идем на спектакль, и мы вот собрались с большой семьей. Я тоже такого не видел. Я очень-очень рада. Люди спешат зайти в театр, и тут чудеса продолжаются. Первых гостей встречают герои сказки Льюиса Кэрролла. Вот в фойе стоит королева. В другом конце безумный шляпник в компании кролика фотографируется с детьми. Настроение потрясающее, мы очень долго ждали этого дня. У нас возникают такие моменты, когда мы встречаем зрителей в фойе. Это крайне редко, но вот сегодня это тот самый день. Этого дня актеры и зрители действительно ждали очень долго, 2 года. Именно столько в театре длился капитальный ремонт. Первые гости в восторге от перемен. Здесь полностью обновили интерьер. В театре светлые стены, просторный холл, а в центре арт-объект – огромные золотые шестеренки. Мы пришли с внучкой на одноименный спектакль. Как тебя зовут? Алиса. Ну, мы очень долго ждали. Мы ходили, когда он еще был до ремонта. Вроде старые стены, но новый интерьер – это очень замечательно. Очень нравится. Ну, освещение, артисты в фойе. Здорово просто. И вот зрители уже в зале. Его тоже обновили. Для детей установили кресло-трансформеры. Изменилась и сцена, она стала более технологичной. Сегодня на ней дают первый спектакль по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Та самая Алиса! То, что мы имеем сейчас, это уже вторая реконструкция нашего здания. И, конечно, мы горды. С охотой и удовольствием вот въехали сюда. На капитальный ремонт главного детского театра Екатеринбурга потратили более 350 миллионов рублей. Пока шли работы, актеры давали спектакли на других городских площадках. Но теперь все хлопоты в прошлом. Актеры и куклы вернулись в родные стены. Афиша расписана на месяцы вперед. Ксения Короскина, Полина Боровикова, Антон Муханов. Новости 4 канала.